Итак, уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с Алексеем Орловым в программе «Моя Америка». Алексей, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы сегодня поговорим о выборах 22 года. И не о палате представителей, а о сенате. Мы с вами, американцы, мы не можем жаловаться на антракты в политических спектаклях, потому что политические спектакли – это выборы. Они не знают перерыва. Каждый год какие-то выборы. Ну, каждый високосный год – это президентские выборы, выборы в Конгресс, ну, не говоря уже о местных выборах. В четные годы выборы в Конгресс, мы их называем промежуточные, поскольку они проходят в промежутке между президентскими выборами. Ну и в нечетные годы, мы живем сейчас в нечетном году, жители ряда штатов и городов становятся участниками политического процесса. Ну, например, Нью-Йорк, крупнейший город страны, выбирает в этом году мэра. Нью-Джерси, Вирджиния выбирают губернаторов. Ну и совершенно естественно, что у политических комментаторов, ну, совершенно нет времени на отдых. Мы с вами, вся страна, мы не пришли в себя после прошлогодних выборов, вошедших в историю как одни из самых скандальных. Они перещеголяли, если говорить о скандальных выборах 1800 года и 1876 года, и доклад генерала Флина показывает, что выборы в 2020 году были фальсифицированы. Я согласен с генералами, с его выводами. А нас уже ждут выборы 2022 года. Демократы надеются сохранить большинство мест в палате представителей и попытаются увеличить число мандатов в Сенате. Республиканцы постараются завоевать хотя бы одну из палат Конгресса. Ну и не будут, конечно, жаловаться, если завоюют обе палаты представителей и Сенат. Моя сегодняшняя передача, это прогноз, анализ о шансах республиканцев вернуть себе лидирующую позицию в верхней палате в Сенате. На следующей неделе мой прогноз будет о шансах вернуть лидирующую позицию в палате представителей, сегодня Сенат. И я, дамы и господа, я начну с двух, мне кажется, совершенно необходимых оговорок. Я республиканец. И я болею, я прошу прощения за спортивный сленг, я болею за кандидатов республиканской партии. И вот когда передо мной бюллетень с множеством кандидатов, с множеством республиканцев и демократов на всевозможные посты, я голосую за весь республиканский список, ну, хотя большинство кандидатов, о большинстве я понятия не имею. Но это вовсе не значит, что я, как политический комментатор, всегда и во всем поддерживаю деятельность политиков-республиканцев. Я стараюсь быть объективным. Каким был и остаюсь как спортивный журналист. Я приведу пример из личной практики. Я много лет сотрудничал в газете «Советский спорт». Я был нештатным корреспондентом, тем не менее писал постоянно. И я питерский житель, я из Питера, из Ленинграда. Я был баскетбольным журналистом и писал об игре ленинградского «Спартака», ну, а за эту команду я болел. Ну вот однажды редактор отдела спортивных игр Дима Рыжков позвонил мне и сказал, что «Леша, теперь ты будешь писать о матчах хоккеистов питерского СКА, спортивный клуб «Армия». И ты, он мне сказал, заменишь того, кто пишет». Я спросил, а почему? Он ответил, твой коллега не способен критически анализировать матчи команды, за которую он болеет. Я, как баскетбольный журналист, я критически относился к выступлениям команды «Спартак». И вот, как политический обозреватель, я остаюсь верен себе. Это первое, о чем я хотел сказать. Второе.
Я осознаю, что большинство читателей моих газетных заметок и большинство слушателей радиопередач, я выступаю на нашем радио в Чикаго, я выступаю на радио Дэвидсон в Нью-Йорке, что большинство – это республиканцы. И моя любимая радиослушательница, есть у меня любимая радиослушательница, она говорит, в наших головах одинаковые тараканы. То есть в наших головах республиканские тараканы, мы болеем за республиканцев. Но я не ставлю перед собой цель ублажать глаза читателей и уши слушателей. Поэтому мои политические анализы, предвыборные прогнозы часто не по душе однопартийцам. И вот тем памятнее мне, дамы и господа, голос радиослушательницы нашего Чикагского радио. После выборов, промежуточных выборов 2018 года, она сказала в прямом эфире, что вы, Алексей, единственный, кто предсказал поражение республиканцев в Палате представителей. Да, так было. Я предсказал поражение республиканцев в 2018 году. Предсказал поражение, поскольку я, анализируя факты, во-первых, я опирался на историю промежуточных выборов. Это первое. Во-вторых, это главное. Я никогда не выдавал и не выдаю желание за действительное. А этим грешат очень многие политические комментаторы, не только русскоязычные, но и американские. И вот это у меня было необходимое вступление к передаче о выборах в Сенат, о моих прогнозах на выборах в следующем 2022 году. Ну и, как обычно, я обращаюсь к истории. История помогает делать прогнозы. Не только в политике, но и в спорте. Партия президента часто терпит поражение на промежуточных выборах и в Палату представителей, и в Сенат. Партия президента, повторю, часто терпит поражение на промежуточных выборах и в Палату представителей, и в Сенат. Но сегодня мы с вами будем говорить только о Сенате. После гражданской войны, и война закончилась в 1865 году, то есть более чем 150 лет назад, партия президента, слушайте внимательно, проиграла 24 из 40 промежуточных выборов в Сенат. 24 из 40. Причем проигрывала в среднем 2,5 мандата на каждых выборах. Необходимо при этом заметить, это мы должны знать, до 1917 года сенаторов избирали легислатуры каждого штата. Я прошу прощения, до 1914 года Сенат избирали легислатуры штата. Но в 1913 году была принята 17-я поправка Конституции. И эта поправка провозгласила: сенаторы избираются народом. И промежуточные выборы в 2014 году были первыми, когда депутатов Верхней Палаты Сената избирали рядовые избиратели. После Второй мировой войны партия президента потерпела поражение на 13 из 19 промежуточных выборах и теряя в среднем по 3,5 мандата на каждых выборах. И вот этот исторический факт, он не может не огорчать демократов в преддверии выборов 2022 года. И этот факт наверняка воодушевляет республиканцев. Есть, однако, дамы и господа, два факта сегодняшнего дня, не исторических, а сегодняшнего дня, которые наверняка имеют обратный эффект, то есть воодушевляют демократов и огорчают республиканцев. Обратимся к этим фактам. Факт первый. Но мы знаем, что в отличие от Палаты представителей, депутатам, которые приходится защищать мандаты каждые два года, депутаты Палаты представителей каждые два года выборы. Депутатам Сената следует беспокоиться лишь раз в 6 лет. Каждые два года накануне лишь треть мандатов депутатов Сената. Так вот, в следующем году, в 22-м,
На кону будет 34 депутата Сената. Первый факт, который поможет демократам. Слушайте. Демократам следует защищать лишь 14 мандатов. Республиканцам следует защищать 20. То есть республиканцам следует решать в следующем году более сложную задачу. И эта задача усложняется. Это у нас уже второй факт. 5 сенаторов-республиканцев решили уйти в отставку. Но ни один из 14 сенаторов-демократов не намерен расставаться с Конгрессом. Все 14 демократов готовы отстаивать свои мандаты. История свидетельствует, это важно. Действующий сенатор, действующий депутат, инкамбент, действующий всегда имеет преимущество перед соперником, вне зависимости от партийной принадлежности. В отставку уходят и республиканцы. Я перечисляю тех, кто уходит в отставку. Республиканцы. Ричард Шелби, он из Алабамы. Бет Блант, он из штата Миссури. Рот Олтман, он из штата Огайо. Ричард Берр, он из штата, в котором живу я, из Северной Каролины. И, наконец, Пэт Туми, он из штата Пенсильвания. Нас, республиканцев, не беспокоит лишь отставка Шелби. Потому что Алабама – республиканский штат. Алабама – республиканский штат. Ну, дамы и господа, Дональд Трамп одержал победу над Байденом в Алабаме с преимуществом 24%. Я предположу, что и отставка Бланта, он из Миссури, не ухудшит шансы будущего кандидата республиканской партии на выборах. Трамп выиграл Миссури с преимуществом 14,4%. Это двое. Но вот отставки Портмана, Берра и особенно Туми представляют демократам возможность отвоевать депутатские мандаты. Правда? Мы с вами знаем Огайо и Северная Каролина. Огайо, Северная Каролина, мой штат. Они все еще остаются республиканскими. Но победа Трампа в Огайо была не сокрушительной, только 8%. А в Северной Каролине, где я живу, Трамп победил Байдена с преимуществом 0,48%. В Пенсильвании будущему кандидату республиканской партии предстоит решать сложные задачи. Хотя преимущество Байдена над Трампом было невелико в Пенсильвании, около 2%. Но еще меньшим, вот это даже важнее, было преимущество Туми в 2016 году, когда он добирался переизбрания. Он победил соперника с преимуществом 0,5%. 0,5%. И, дамы и господа, я не намерена в сегодняшней передаче о шансах республиканцев и демократов, я намеренно не обращаюсь к докладу генерала Флина. Намеренно. Потому что это особая статья. Я уверен, что на нашем радио вам об этом рассказывали, будут рассказывать и будут анализировать. Потому что доклад Флина абсолютно с 99% точности свидетельствует, что выборы в 2020 году были фальсифицированы. Повторю еще раз. Сегодня я этой темы не касаюсь. Итак, если республиканцы проиграют хотя бы один из 5 штатов с открытыми вакансиями, им трудно рассчитывать на завоевание большинства мандатов в Сенате. Трудно. И чтобы стать партией большинства в Верхней Палате в Сенате, республиканцам совершенно необходимо вернуть себе мандаты, которые достались демократам-временщикам. Рафаэлю Варнаку, он из штата Джорджия, и Марку Келли, он из штата Аризона. Они победили на специальных выборах в прошлом году. Логичен вопрос. Если сенаторам нужно защищать свои мандаты раз в 6 лет, то почему господин Варнак и господин Келли должны защищать мандат в 2022 году, хотя они победили на выборах в 2020 году? Вот почему.
тот и другой, и Варнок, и Келли, победили республиканцев, слушайте внимательно, они победили республиканцев, которые заняли места в Сенате не в результате выборов, а были назначены губернаторами. Варнок выиграл выборы с преимуществом 2,1 у Келли Лафлёр. Эта дама была назначена в Сенат в декабре 2019 года, назначена губернатором Джорджии после отставки из-за болезни сенатора Джонни Айзексона. Келли в Аризоне, он победил с преимуществом 2,4%, госпожу Марту Максали, которая в декабре 2018 года получила мандат, которым владел скончавшийся Джон Маккейн. Шестилетние сроки мандатов республиканцев Айзексона и Маккейна истекают в 2022 году. Именно поэтому их наследникам, это демократы Варнок и Келли, следует отстаивать свои места в Сенате. Мы с вами знаем, еще совсем недавно Аризона и Джорджия были вотчинами республиканской партии. Но в 2020 году Байден выиграл эти штаты. Опять-таки он выбрал их в результате махинации. Тем не менее выиграл. Выиграл с микроскопическим преимуществом. В Джорджии Байден победил Трампа с преимуществом 0,23%. В Аризоне Байден победил Трампа с преимуществом 0,3%. Это на первых. Повторю еще раз. Достоверность результатов выборов вызывает сомнения. Факт остается фактом. Тем не менее, от былого превосходства республиканцев в Аризоне и Джорджии не осталось и следа. Варнок и Келли действующие сенаторы, incumbent, действующие. И они уже готовятся к выборам. Готовятся к выборам, они пополняют свои избирательные фонды, для выборов нужны деньги. По данным на середину июля, это примерно 20 числа, у Варнока уже есть 7,2 миллиона долларов избирательный фонд. У Келли 6 миллионов. Их будущим соперникам предстоит начинать с нуля, а имена соперников пока неизвестны. Я процитирую господина Алекса Калаланта. Он давал интервью газете The New York Times. Газета New York Times называет его стратегом республиканской партии. Он сказал газете: для победы нужны первоклассные кандидаты. Способны ли республиканцы таких завербовать? Дамы и господа, для победы, особенно над действующими сенаторами, нужны первоклассные кандидаты. Способны ли республиканцы таких найти? Я начну с Нью-Гэмпшира. Там у нас есть сенатор Митти Хансен. Эта дама выиграла выборы в 2016 году с преимуществом 0,1%. Еле-еле. В 2022 году этой демократке предстоит защищать свой мандат. Кто будет соперником? Хотелось бы не только мне, хотелось бы республиканцам всем, полагаю, чтобы ее соперником стал нынешний губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сенуну. Крис Сенуну выиграл пост губернатора в 2020 году в прошлом с преимуществом избирателей, получил 65% голосов избирателей. Итак, госпожа Халлен выиграла выборы в Нью-Гэмпшире с преимуществом в 0,1%. Сенуну выиграл в прошлом году выборы, в 2020, с преимуществом 65% избирателей за него голосовали. Казалось бы, если он бросит вызов действующему сенатору Хеннону, то... И вот он дает интервью. Он дает интервью телевизионной компании Good Morning New Hampshire. И ведущая спрашивает у него,
Господин губернатор, намерены ли вы попытаться выиграть мандат в Сенате? И губернатор Синуну отвечает, я цитирую: «Я не приму решение, по крайней мере, до октября». Между тем, демократы не сталкиваются с трудностями вербовки первоклассных, в этом они уверены, соперников, сенаторам-республиканцам и кандидатам на посты, которые освобождаются уходящими в отставку республиканцам. Ну, например, в Огайо. Там, мы знаем, мандат освобождается. Но нам уже известен человек, демократ, который будет кандидатом своей партии на освобождаемый пост. Это нынешний конгрессмен, демократ Тим Райан. Он уже собрал 2,5 миллиона долларов в свой избирательный фонд. Но у него до сих пор нет соперника республиканцев. Обратимся к Флориде. Там в 22-м году, защищая свой мандат, Марко Рубио. Окей, нам кажется, что Флорида достаточно устойчивый республиканский штат. Вполне возможно. Тем не менее, у Марко Рубио появился, скажем так, достойный соперник. Это чернокожий человек, конгрессмен Вик Домингес. Чем он хорош для республиканцев? В течение нескольких лет он был комиссаром полиции в городе Орландо. Возглавлял полицию города Орландо. Для демократов такой кандидат необходим, потому что мы знаем, что демократы выступают за то, чтобы прекратить финансирование полиции, сократить финансирование полиции, и им нужен кандидат, который в прошлом был главой полицейского управления в большом городе в Орландо, и который категорически выступает против сокращения фондов полиции. И этот человек уже собрал 2,2 миллиона долларов. Окей, поскольку Рубио действующий сенатор, он также уже собирает деньги, он собрал 4 миллиона долларов уже. Тем не менее, предстоит борьба. Я напомню, Трамп победил Байдена во Флориде с преимуществом в 3,36%. Рубио предстоит тяжелая борьба. Еще более тяжелая борьба предстоит сенатору-республиканцу штата Висконсин Рону Джонсону. Он единственный среди республиканцев, которые защищают свои мандаты, который действует в штате, выигранном Байденом. Правда, Байден выиграл у Трампа в Висконсине 0,73%. Тем не менее, это считается территорией Байдена. Республиканцы предпримут попытку избавить Сенат от демократки Карес Маста. Эта дама, она представляет в Верхней Палате Неваду. В 2016 году она выиграла выборы на пост сенатора с преимуществом всего в 2,12%. Превосходство Байдена на Трампу было 2,39%. Опять-таки, есть шансы у республиканцев отвоевать Сенат в Неваде. Но опять-таки, до сих пор нет кандидата республиканской партии. Бывший генеральный прокурор Невады Адамс Лаксол, он, кстати, сын очень известного в прошлом сенатора-республиканца, друга Рейгана Лаксола, он был генеральным прокурором этого штата. Он опять-таки, когда у него спрашивают, готовы ли вы бросить вызов сенаторше Маста, он отвечает ни да, ни нет. Итак, мы с вами знаем, в 22-м году на кону 34 мандата Верхней Палаты Конгресса. Борьба в 24 штатах интереса не представляет. Всегда есть штаты, которые мы можем сказать заранее, кто в этом штате победит. Вопрос, кто
будет лидером, республиканцы или демократы, в Сенате после выборов 2022 года, этот вопрос решается в 10 штатах. В 10 штатах. Эти штаты называют battleground state, то есть поля битвы, поля сражений. Я назову эти 10 штатов, я их перечислю по алфавиту. В них будет решаться судьба Сената в 2022 году. Это Аризона, это Висконсин, это Джорджия, это Миссури, это Невада, это Нью-Гэмпшир, Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина и Флорида. Именно к этим штатам будет приковано наше внимание, внимание всей страны. Мой прогноз, дамы и господа, я понимаю, мой прогноз понравится далеко не всем вам, но, повторю еще раз, в мою задачу, задачу политического комментатора, не входит требование доставлять вам удовольствие. Мой прогноз. Республиканцы будут счастливы, если подведение итогов выборов соотношение сил в Сенате останется прежним. 50-50. Сегодня 50-50, но мы знаем, поскольку 50-50, когда дело доходит до решающего голоса, решающий голос принадлежит вице-президенту госпоже Харрис. Мы с вами, я имею, когда говорю мы с вами, я говорю о республиканцах. Я понимаю, меня слушают не только республиканцы. Так вот, мы с вами будем на седьмом небе от счастья. На седьмом небе от счастья. Если добавим к 50 мандатам хотя бы еще один. Это будет триумф. Но мы должны быть готовы к тому, что демократы отыграют, по крайней мере, один мандат и увеличат свое преимущество 51-49. Сейчас 50-50, если они отыграют один, 51-49. И если они завоюют два дополнительных мандата, то нас с вами ничего хорошего не ожидает. Преимущество станет 52-48. В этом случае, если 52-48, у демократов появится возможность изменить правила филибастера. Даже в том случае, если не изменится позиция сенаторов-демократов Джо Манчина и Кирстен Синема, они противники изменения. Для изменения правила филибастера требуется простое большинство. Если у демократов будет преимущество в Сенате 52-48, Кристин Синема и Джо Манчин будут голосовать с республиканцами, будет 50-50. В этом случае решающий голос принадлежит вице-президенту. И мой вывод, дамы и господа, надеясь на лучшее, следует быть готовым к худшему. На этом я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу. Дамы и господа, не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». А номер телефона в студии 847-400-5200, и мы принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, вы очень образно и хорошо рассказали нам о предстоящих выборах. Но у меня есть такой скромный вопрос. Есть ли у вас уверенность хотя бы какая-нибудь, что эти выборы вообще состоятся как минимум в формате до 2020 года? То есть хоть более-менее выборами будут. Пожалуйста, ответьте, что вы по этому поводу думаете. Знаете, спасибо, я послушала по радио. У меня есть уверенность, что эти выборы состоятся в формате до 2020 года, но уверенность зависит от каждого штата. Все дело в том, что это не президентские выборы. Выборы в Сенат. И выборы в Палату представителей.
Поэтому все зависит от том, как будут организованы выборы конкретно в каждом штате. Если это штат, к примеру, демократический, я не уверен, что выборы будут абсолютно честными. Я могу ошибаться. Я не утверждаю это со стопроцентной уверенностью. Если это республиканский штат, скажем, штат Северная Каролина, в котором я существую и живу, мы выбираем сенатора, ну и мы выбираем, естественно, конгрессменов. У нас губернатор демократ, но палата, легислатура и верхняя и нижняя палата принадлежат республиканцам. Таким образом, у нашего губернатора, какой бы он ни был, хороший, плохой, дело не в этом. У него нет возможности провести какие-то законы о выборах в нашем штате, такие законы, например, как существуют в штате Калифорния. Поэтому я выскажу робкую надежду, что в нашем штате выборы будут честными. Этого я не могу сказать, о выборах, скажем, в штате Нью-Йорк, в штате Нью-Джерси, в штате Коннектикут, в штате Иллинойс, я не знаю. Поэтому я не могу сравнивать выборы с лет 22 года с выборами до 20 года, потому что речь опять-таки идет о местных выборах, штатных и по округам, но не о федеральных выборах, не выборы в масштабах страны. Опять-таки, мы знаем, что Палата представителей, там царствуют демократы, она приняла законопроект становится законом, когда его примут обе палаты Конгресса и подпишет президент. Поэтому то, что приняла Палата представителей, это законопроект. Значит, согласно этому законопроекту, они хотят, демократы, сделать все, что было в 2020 году и даже хуже. Но этот законопроект застрял в Сенате. Он не принят пока что. Я надеюсь, что принят он не будет. Во всяком случае, до 2022 года включительно. И поэтому все зависит от штатов. От штатов. В штате Иллинойс, если вы живете в штате Иллинойс, я вам приведу пример со штатом Иллинойс, выборы 1960 года, президентские. Ну, вы знаете, что решающий вклад по числу избирателей в штат Иллинойс вносит графство Кук. Это графство, это город Чикаго. Тогдашний мэр Чикаго в 1960 году, он сказал, что Джон Кеннеди, выиграет в нашем графстве столько голосов, сколько потребуется для победы в штате Иллинойс. Опять-таки, Кеннеди выиграл Иллинойс с микроскопическим преимуществом в голосах, в основном за счет голосов графства Кук. Это заявление мэра Чикаго, оно шагает из книжки в книжки, из статьи в статьи, но каждый раз подчеркивается, что нет документального подтверждения то, что сказал этот мэр Чикаго. Тем не менее, факт остается фактом. Тот, кто выигрывает графство Кук в штате Иллинойс, тот, вероятнее всего, и выигрывает штат, если говорить и о выборах Сенат, и если говорить о выборах президента. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Принимаем следующий звонок. Добрый день, спасибо, что подождали. Вы в эфире. Алексей упоминал статью генерала Флина. Где она есть в англоязычных изданиях? Где ее можно прочитать на английском? Окей, я думаю, что если вы наберете на гугле «General Flynn Election 2020», на гугле, я думаю, вы уже получите ответ на свой вопрос. Итак, вы набираете General Flynn Election 2020 на гугле, и я думаю, что там вы получите все, что связано с докладом генерала Флинна. Спасибо большое, Алексей. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Алексей. Добрый день. Алексей, мое имя Наум Райзик. Я вам послал 2 дня тому назад имейл с просьбой прислать адрес, на который я должен выслать деньги за 2 книги. Вы получили мой имейл? Наум Райзик. Я получил ваш имейл, и если мне не изменяет память, я мгновенно на ваш имейл ответил.
если вам не сложно, перешлите еще раз. Я проверял везде, нет его. Значит, вы знаете, я вам скажу, вам очень просто. Я не буду говорить по радио свой домашний адрес. Вы позвоните на наше радио, вам скажет Юленька, вам скажет мой адрес, и за каждую книжку вы заплатите $20. Договорились. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Алексей, добрый день. Вы серьезно считаете, что во Флориде демократы от того, что они выдвинули там бывшего работника полиции, имеют шансы после того, как они заявили, что кубинцев не будут пускать в Америку? Вы знаете, вопрос очень хороший. Если вы меня спросите сегодня, какие шансы у Марко Рубио сохранить, я скажу 7-3, может быть 8-2. При этом я совершенно не исключаю, что у демократов какие-то шансы есть. Потому что если мы, например, будем говорить об Алабаме, я вам скажу 100%, несмотря на то, что сенатор Шелби уходит в отставку, мы Алабаму выиграем. То есть я считаю, что у республиканцев, у Марко Рубио сохранить мандат очень большие шансы. Тем не менее, штат Флорида включается не мной, он включен, но я просто называю, что он включен в число 10 штатов, где ожидается, скажем так, борьба, такая суровая борьба. Мое мнение, что в этом штате Марк Руби должен победить. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Исаак. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Сколько голосов было отдано за Байдена в праймарис? Так, а второй вопрос? Вот в зависимости от того, как вы ответите, я вам дам среднеарифметическое. Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что когда передо мной возникает такой вопрос, я немедленно захожу в Google, набираю election 2020 и получаю точный ответ до одного. Вы говорите о праймерис. Именно в праймерис. Я напишу. Я в Google. Дайте мне сказать. Я в Google напишу. Democratic primaries. 2020. Results. И написав это, я получу ответ на ваш вопрос. Следующий, пожалуйста. Какой вопрос еще? Подождите. Я не закончил. Значит, он получил итого где-то 16 тысяч с копейками голосов. Откуда же взялись 80 миллионов? Второй вопрос. Да. Что значит 16 тысяч? Где он получил 16 тысяч? Вот он по всем Соединенным Штатам, где он участвовал, так, получил 16 тысяч голосов. Отключи этого господина, он не знает цифр. Следующий, пожалуйста. Да, ну, сейчас вот должен перезвонить, человек не дождался. Но неважно, да, конечно же, цифру, которую он назвал Исаак, это абсолютно, я не понимаю, откуда он ее нашел, эту цифру. То есть 6% голосов он получил только в Южной Каролине. Поэтому я не знаю, откуда берется эта цифра. Ну, дело не в этом. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, спасибо большое, что взяли мой звонок. Алексей, вам большое спасибо за передачу, интересно. У меня к вам такой вопрос, несколько вопросов. Первое, какое ваше отношение сейчас, почему демократы сливают сейчас губернатора Нью-Йорка? И что происходит, почему не молчали, сейчас они взяли за него серьезно, и даже Байден поддерживал, чтобы его слили. Ну, я имею в виду, чтобы он ушел со сцены. И второй вопрос у меня к вам. Я когда-то слышал, что вроде они сейчас рассматривают возрастной ценз в Сенате, чтобы там определенный возрастной ценз, чтобы там не сидели там больше 80 лет, но старше 80 лет. Правда это или нет? Спасибо. Ну, я отвечаю на второй вопрос. Всякий возрастной ценз, чтобы люди старше 80 лет не голосовали, это я первый раз слышу, чтобы, опять-таки, если что-то рассматривается, связанное с возрастом, то в первую очередь рассматривается в Палате представителей, потому что все законопроекты рождаются с Палаты представителей. Более того, Палаты представителей там есть демократы, которые хотят
снизить возрастной ценз, чтобы голосовали не с 18 лет, а с 16, чтобы шли голосовать оболваненные учителями школьники. Это пока что не проходит, поэтому о возрастном цензе говорить не буду. Ваш второй вопрос, первый вопрос очень хороший. Мое предположение, почему это произошло, я должен вам сказать, что когда Министерство юстиции отказалось вообще рассматривать то, что сделал Эндрю Куомо со стариками в старческих домах, Министерство юстиции отказалось это рассматривать. Первое, что мне пришло на ум, что уж если от этого было решено отказаться, то уж, естественно, не будут рассматриваться какие-то обвинения, связанные с сексуальными домогательствами. Теперь, почему все-таки это было рассмотрено? Дело в том, что несколько этих женщин, которым Куомо приставал, я не знаю, как приставал, по-разному, они обратились в суды, Поскольку они обратились в суд, то прокуратуре следовало в той или иной степени заняться этим делом. В какой-то степени заняться этим делом. Это номер один. Номер два. Когда прокуратура штата Нью-Йорк приступила к опросу людей, женщин, которые обвиняли Куомо, по-моему, их 11 человек, то выяснились такие факты, которые посчитала прокуратура штата Нью-Йорк, скрыть навсегда не удастся. Этим я объясняю решение генерального прокурора штата Нью-Йорк и вообще обвинить Мария Куомо. Может быть и другой вопрос. Предстоят выборы губернатора штата Нью-Йорк. По-моему, выборы через 2 года предстоят. В этом году город Нью-Йорк избирает мэра, по-моему, не губернатора. Значит, если бы было замято и дело с женщинами, то когда начались бы выборы, причем Куомо легко бы выиграл праймерис и стал, скорее всего, кандидатом демократической партии, но будущий кандидат республиканской партии мог бы копнуть глубже, пригласить каких-то женщин, которые обвиняли Куомо, и демократам могло пришлось прийтись не очень хорошо. Это второе мое предположение. Предположение третье. Если Мария Куомо уйдет сам, я не знаю, идет ли он сам, или он будет подвергнуть импичменту, что, скорее всего, если он не уйдет сам, Байден уже сказал ему, что должен уходить, то главным кандидатом в губернаторы становится та самая леди, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, которая предъявила официальное обвинение Куомо, и демократы, я полагаю, не видят ничего страшного в том, если белого мужлана Куомо заменит афроамериканская леди. Это мои предположения. Опять-таки, ни на одном из них я не настаиваю, что они 100% верны. Спасибо за вопрос. Спасибо огромное. Единственная небольшая поправка, это просто оговорка. Губернатор штата Нью-Йорк, это не Марио Куомо, а Эндрю Куомо. Эндрю Куомо, я прошу прощения, дамы и господа, Марио Куомо был его папашей, он был губернатором штата Нью-Йорк 3 срока подряд, поэтому это привычка Куомо, называется, да. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Алексей, во-первых, у меня будет большая просьба к вам. Вы на следующий раз уже запланировали, так сказать, обследовать палату представителей. А вот после этого передачи могли бы вы сделать анализ статьи генерала Флина? Потому что нам там говорят, никто не объяснял ничего, сказали, читайте. И все. А еще у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на ваше мнение, что не так с республиканской партией? Что они запланируют демократы, у них все получается. Что они запланируют демократы, это республиканцы, один сплошной провал. Окей, я, значит, начну с ответа на первый вопрос. Я ни секунды не сомневаюсь, что у меня до следующей передачи 2 недели. Я ни секунды не сомневаюсь, что на нашем радио, на Народной волне Чикаго, в ближайшие 2 недели
доклад, отчет, исследование, называйте как угодно, доклад генерала Флина будет рассмотрен от А до Я, от А до Я. Более того, я знаю, что на нашем радио сотрудничает Борис Палант, мой друг с 40-летним стажем. Боря Палант уже держит в руках полностью этот доклад. Значит, если у вас есть вопросы, обратитесь к Борису, и он расскажет вам об этом, не дожидаясь моего доклада через 2 недели. 2 недели – большой срок, вы об этом услышите. Это, так сказать, первое. Что касается второго, то, отвечая на первый вопрос, Толя, я забыл другой вопрос. Другой вопрос очень интересный. Что не так с республиканской партией? Что не так? Многое не так, дамы и господа. С моей точки зрения, многое не так. Но опять-таки, мы с вами не можем ставить республиканскую демократическую партию на одну доску. Эти партии находятся в совершенно неравных ситуациях. Если мы обратимся к средствам массовой информации, 90% средств массовой информации или 95% они поддерживают демократическую партию. Если мы посмотрим, что происходит в университетах с профессурой, 90%, а может 95% поддерживают демократическую партию. То же самое в школах, где оболванивают наших детей, в основном демократы. Поэтому у демократической партии делать что-либо в 1000 раз проще, чем что-то может сделать республиканская партия. Я совершенно не оберяю республиканскую партию. Я скажу еще об одном, дамы и господа, нужно об этом говорить. У Дональда Трампа зуб на Митча МакКоннелла. Это лидер республиканской партии в Сенате. Я не знаю, какие у них отношения, не хочу вдаваться. Но сегодня, я бы посоветовал мистеру Трампу: мистер Трамп, забудьте о МакКоннелле, забудьте. Сейчас республиканская партия должна быть едина, не прекратить всякие разборки. Кстати, когда дело доходило в Сенате до утверждения кандидатов на суды, федеральные суды, верховные суды, то мистер МакКоннелл делал все, что в его силах, чтобы все назначенцы Трампа были назначены. Поэтому вот один из минусов республиканской партии. Дамы и господа, прекратите разборки. Разборки до добра не приведут, они приведут только к поражению. Да, логично. Алексей, итак, у нас есть 2 минутки. Прошу вас. Ваш выход. Дамы и господа, поскольку я рассказал, что будет через неделю, анализ шансов республиканской партии в Палате представителей, то я использую 2 минуты, чтобы показать вам книжку. Это моя книжка. Называется «Черные рабовладельцы и другие американские истории». Вы можете купить эту книжку на Амазоне или на nlu.com. Там она стоит $17. Ну и какие-то с копейками, и плюс вас возьмут что-то за почтовые расходы и какой-то налог. И вы можете купить эту книжку у меня. У меня она стоит $20. Для того, чтобы купить эту книжку у меня, вы посылаете чек мне $20. Мой адрес, я не буду говорить в открытом эфире, каждый из вас может позвонить Юленьке в руководство нашего радио, и она вам с удовольствием сообщит мой почтовый адрес, на который вы посылаете чек. Книжка, дамы и господа, поверьте на слово, каждый родитель хвалит своего ребенка. Я хвалю своего ребенка. Ребенок получился, мне кажется, совсем неплохим. «Черные рабовладельцы, дамы и господа». По переписи 1830 года в нашей стране более 3000 черных имели черных рабов. И вот на этой ноте я расстаюсь с вами ровно на неделю, дамы и господа. И мой призыв обычный: будьте здоровы!